Просьба сгоняйте с шампусика. Да, сгоняйте, я тоже хочу. О, как. В 14-й зашибен. Значит, я в 14-й главе. Так, чё ломишься? Короче, ребят, я когда босса замочу, я у вас обязательно спрошу. Вот еще один момент. Где комната? Ну, в смысле, где надо завернуть, чтобы войти в комнату, где лежит статуэтка. Вот такая фигня. Если еще кто-то будет смотреть, но я думаю, что я быстро до туда дойду. Может, подскажете? Там, короче, комната. Я все время пропускаю и все, как лошара. Да ты головастик какой-то, по-моему. Вау! Патронов на тебя нет. Вау! Нет! Нет! А, отвалил! Забыла я про этих петухов, блин. Доставучие. Патроны потратила. Что зря. Так. А, блин, они за мной, наверное, идут. Вау! Как же так тупо у меня сегодня все происходит. Блин, ребят, забыла, как играть, ну. Ну, бывает, что. А, этот уже не идет за мной. Так. Что вы там пишете? Ай-яй-яй-яй. В интернете нет этого видео достижения. Почувствую, геймерша вернулась, да, Борн? Слушай, да, мне подсказали. Я поняла уже. Да, секси эти, блин, эти монстры, они вообще секси просто. Может, фифу? Нет, я фифу не играю, я девочка. Фифу играют мальчики. Тебе на стрим, где мальчики играют? Наверное. У меня есть друг Вова. Значит, никнейм у него... Я забыла его никнейм. Короче, я тебе посоветую, потом он в фифу клёво играет. Ну да, странно. Я думала, эту игру никто смотреть не будет. Она уже всех задолбала, по-моему. Нет, смотрят. Но я рада. Ой. Слушайте, а может сейчас? Смотрите, сохранёнка. Попробуем сейчас. Ну, в смысле, может быть сейчас действительно газета будет. Фрипендер, спокойной ночи. Может, в НХЛ? Да вперед из песней. Я не играю в спортивные игры просто. Я в них не особо разбираюсь. Hello, Restless Brain. Hello, Restless. Нам кот, да, господи, нам кот. Нам кот играет в FIFA. Подпишись на него. Так, походу сейчас последняя газета будет. Ну-ка. Ну, видишь, его сейчас нет на моем стриме, поэтому он тебя вряд ли добавит. Так, смотрим газетки. Здесь нет. Здесь нет. Где она? А где она? Вы сказали за ресепшеном. Блин, где газета? Алло, чуваки. Чуваки, где газета, о которой вы мне говорили? Намиот? Нет, нам кот.
Ребята, подскажите, пожалуйста, а где эта газета? Вы сказали, ну, в смысле, кто-то мне там подсказал, что она отходит, листовка, да, и газета на полу лежит. Но ее нету. Где на полу-то? Так, а, точно не брала. Слушай, Хантер, блин, я ее не брала. Ну, она за ресепом должна лежать? Но если ее нету, я что, ее, получается, брала? Тьфу! Хантер, я лошара просто. Я по ней бегала, бегала. Ну ладно, мне можно. Тупить? Проверяем. Фух. Есть контакт. Это было трудно. Лошара просто, блин. Фу, блин, я уж было все на измене, короче. Ой, ужас какой, ладно. Забыли все об моих фейлах, о моих ошибках. Все сработало. Так. Ой, я так и знала, что надо платину выбивать во время стрима, что, блин, добрые люди подскажут. Хорнет, привет! Харсберг игра, ну, для меня очень крутая, потому что это просто стопудово мой жанр любимый. Это все, что вот я люблю. Вот такой хоррор, кровища. Поняла сюжет даже. В друзья, хотя нам кот. Ну так вот, он по-моему, даже сейчас стримит. Он весь день стримит. Он все время стримит, короче. Фифу, так что вперед. Соскучилась. Да. Прям скучала. Страдала. О, у меня так много стрел, круто. Я, правда, не смогу их создать, потому что я своей башкой загораживаю себе все меню. Славочка. Славочка, привет. Привет, привет. Так, 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 так. Где сохраниться мне, чтобы не ошибиться? А, вот сюда сохранюсь. Е. Ща метеор придет. Ну, если ты его позвал, так точно придет. Даже без метеора-то. Без метеора никуда. Я тут пытаюсь выбить платину, мне офигенно подсказали. Так, не сыграл сегодня в Devil May Cry 4. Ну, сыграешь. Сегодня еще он не закончилось. Сыграй. Какую игру ждешь? Ордер жду, да. А тут вообще за меня уже могут отвечать, какую игру жду, там, чё хочу. Order, Resident Evil, Revelations 2. Я ужасно произношу название этой игры. Ого. Пока. Вот, что еще жду? А, смотрите, клевый момент сейчас будет. Смотрите, смотрите, смотрите. Вова уже 10 часов стримит. О, да. Он это дело любит. Жена РПГшки любит. Я разные жанры люблю. Ну, РПГшка, да. Отец. Главное, чтобы Вова этого не видел. Да у него там жарко в Израиле, вот он на лысо и побрился. На стриме целый день. Стрёмный чел.
Ребята, ребята, давайте, чтобы Вову не обижать. Ладно, мой друг. Мистер Биби, приветик. Здравствуй. Люся, не матерись. Чё? Я не матерюсь вообще. Вау! Я вообще не матерюсь, чувак. Вован позитивный чел, да. На какой сложности играешь? Чувак, я выбиваю платину, поэтому я играю сейчас на легком. Я уже на максимальной сложности прошла. На Акуму. Я тоже стримила тогда, но это давно уже было. Вот. А сейчас я вернулась к этой игре, чтобы дособирать предметы и получить самый крутой платиновый трофей. Спойлер. Спойлер, это фигово. Ну, кто не играл, да, я тут уже в самом конце, если что. Если вы боитесь спойлеров, тогда вам не стоит, конечно, смотреть. Hello, man. Навден, у тебя татуха на руке. Да, у него татуха на руке, на шее, еще где-то. На спине. Я так шучу, понятно? Припендер, ну не знаю, меня волосы греют. Мне сейчас очень тепло. С волосами. Сайбермен, игруха, ну, если ты вот смотришь сейчас сначала, например, да, то есть у нее FPS проседает очень сильно. То есть она не то чтобы лагает, у нее просто кадры могут упасть, блин. Извините, лошару. Короче, у нее настолько кадры в секунду падают, что это, конечно, бесит. Плюс, ну, да, глюки бывают. Как сказать, там, у меня босс зависал, например. У меня просто... Я не могла пройти босса, и в какой-то момент его просто не было, этого босса. И, в общем, такие, блин, глюки. Ну, тут их много, да. Немножко глючная игра. Нормальная страна, у нас вот сейчас все фрукты из Израиля только продаются. Фигурку дают? Не в курсе. Она, да, плохая оптимизация. Ой, 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 ангел, ой. Го, потом в GTA. Я в GTA уже не играю, она мне надоела. Такое бывает. Достал. Все в нее играют, а я нет. Из принципа просто. Сколько можно? Да все нормально, игра ништяк. Ну, да, это... Я, ну, для меня вот эта игра, игра года 2014-го. Потому что ничто меня так не зацепило и так сильно не понравилось, как эта игра. GTA не в счет, потому что я в нее на PlayStation 3 еще играла. Hi from Canada. From Russia. Hello, Frey. Hello, from Russia. I'm glad to see you. Симпатичный. Спасибо. Чиферок, спасибо большое тебе за комплимент. На PS3 версии также. На PS3 версии вообще тебе не советую играть, потому что там вообще, ну, графика еще сильнее урезана, кадров еще меньше. В нее невозможно на PS3 играть. Warframe, что? Ты мне в Warframe предлагаешь поиграть? Нет, это не мое, явно. Я эту игру за полную стоимость купила. Я не жалею об этом. А вот Infamous, например, я купила, и нахрен он был нужен, так его не прошла, мне не нравится.